вас поздравляю с двухлетним юбилеем, да, вот, и желаю всем любви, здоровья и уважать личное пространство. Вот. Запомните, мир зеркальный. Серёг, про день рождения. Я бы сказал, что это нейтральный праздник для меня, потому что, вот, например, последнее свое день рождения я встретил в самолете. То есть сутки у меня пропали. Я летел в Владивосток, из Испании. Соответственно, я в перелетах как бы пропустил свой день рождения. Ну, в общем, особо на этот счет не переживаю. Отмечать я никогда не отмечал. По-моему, один раз в жизни отмечал. И этого хватило. Вот. День рождения бывает всего лишь один раз в жизни, а все остальное — это Новый год. А как друг другу делать приятно, если нет праздников? Слова, там, не знаю, путешествия, там, ну, как обогащение зрительное, там, то есть, ну, обогащение духовное, там, и так далее, вот, то есть, ну, каждый день как праздник. Бога нужно благодарить каждый день за то, что ты проснулся этим утром, да, вот, потому что бывает так, что люди не просыпаются, вот, поэтому каждый день он как праздник, каждый день он как день рождения, каждый день как Новый год. Ты не раз говорил о том, что твой сын Тони много читает и немало сложных вещей с тобой обсуждает. Последняя сложная вещь, которую он с тобой говорил. Ой, они пока там просто столько по вопросов каждый день, что я-то Но он всем интересуется. Парень просто, ну, как бы начитанный, плюс ему все интересно. И это хорошо. Хуже было бы, если бы ему все было не пофиг, не интересно, как бы не задавал вопросов. А так их столько много, что, ну, там какой-то один вычленить, я сейчас, ну, затрудняюсь. Какой должна быть хорошая программа, чтобы она воспитала в мире животных? Там, не знаю, вот в свое время на советском телевидении было передача, там, например, учили испанский язык. Я до сих пор помню, там, «Estoy una cosa», «Estoy una mesa», то есть, как бы, ну, по телеку показывали такое театральное действие, где тебе преподавали испанский язык. Сейчас такого ни одной передачи нет. Скажи, пожалуйста, какими мыслями ты обычно просыпаешься? У тебя есть, в общем, утренняя молитва? Я стараюсь просыпаться просто на позитиве, вот, просто, чтобы понимать, что вот наступил новый день, и, в общем, я живой, как бы, все у меня хорошо, и, как бы, и солнце светит, и ветер дует, и, в общем, как бы, значит, живем.